Привет! Если вам кажется такой планшет достаточно большой с диагональю 9,7, 10 или даже 11, а может и 12, то самый раз планшет с диагональю 8, и сегодня у нас чуть больше. 8,68 и с интересным стандартом 16:9. Blackview Tab 60. Планшет, который стоит на момент обзора с памятью 6 оперативки 128 встроенной по цене $119.99, можно купить даже и дешевле, если есть купоны. И что интересно, модель доступна в двух цветах, серый и слегка голубой, и полная комплектация. Стекло я уже наклеил, оно шло в комплекте, но была наклеена пленка. Можно было бы не снимать для тех, кто любит пленки. И качественный чехол книжка. При открытии дисплей включается, при закрытии выключается. Качественный плотный силикон с протекторами, со всеми вырезами, и превращается в подставку. За эти деньги 6 оперативки, 128 встроенных с неплохой камерой и стереодинамиками, сим-картой и аккумулятором 6050, ну это просто находка. Помимо инструкции и скрепки, которая необходима, чтобы извлечь лоток SIM, есть еще комплект для зарядки. Зарядка нескоростная, обычная, 5 вольт, 2 ампера, 10-ваттный блок питания. USB на USB Type-C. И один из подписчиков, привет всем подписчикам, спрашивал меня, поддерживает ли данный планшет быструю зарядку. К сожалению, проверяя дома, у меня он никак не отреагировал на те протоколы, которые я имею, и на сайте производителя нету такой информации. Поэтому осмелюсь предположить, что он больше чем 10 Вт не поддерживает. Аккумулятор емкостью 6050 мА заряжается около 4 часов. Используя специальный тестер для проверки протоколов, проверяя родной блок питания, могу сказать, что он всего лишь поддерживает стандартный 5 Вт 2 А. Ни больше, ни меньше. От него какие-то другие смартфоны, которые могли бы как-то поддерживать, или Apple, или Samsung, может даже и не работать, потому что нет отметки зеленым цветом. То есть самая простая в комплекте зарядка. Захотите что-то получше, ну, если только разве что сгорит, потому что сам планшет ее не поддерживает. Начнем рассматривать внешний вид с лотка с сим-картами, но предварительно необходимо включить режим полета, потому что именно сейчас здесь установлена сим-карта нано-сим, и лоток поддерживает либо две нано-сим-карты, либо карту памяти до 1 терабайта и одну сим. Сейчас здесь установлен оператор Live, скорость отличная, прием сигнала, как и на смартфоне, уверенный, и можно совершать звонки. Дальше я вам это покажу. Включаю все сети и смотрим на рамки экрана. Одинаковая по диаметру здесь толщина рамок черных, минимальная и тоже самая оптимальная здесь. Стекло уже сверху я приклеил, здесь датчики освещение находится и камера. Можно настроить, чтобы здесь управлять было с помощью кнопок, либо есть режим жесты. 13-й Android установлен. В верхней части располагается разъем для наушников и динамик. Верхний динамик, так как здесь стерео. В нижней части располагается динамик, гнездо USB Type-C и микрофон. Если держать вот в таком состоянии, как будто бы я установил, чтобы смотреть фильм, то именно вот с этой стороны сверху и здесь располагаются динамики. Когда держишь смартфон в руках, динамики не закрываются. Это удобно в играх. Сбоку экрана располагаются качелька громкости и кнопка питания. Кнопка питания над кнопками громкости. И не здесь, а именно вот здесь. Не знаю, мне когда находится вот сбоку, то удобно. С этой стороны располагается лоток SIM, который вы уже видели. С обратной стороны располагается модуль экрана на 8 мегапикселей, передний модуль на 5. Модуль камеры слегка выпирает, как основа у модуля, так и сам модуль. Но при нахождении в чехле никак не выпирает. Вот так. И его здесь не видно, а значит он под защитой. Если находится в чехле, то обратите внимание, что также экран защищен.
бортик силиконового чехла выходит наверх. То есть даже если он упадет, он будет под защитой. Плюс здесь стекло. Открыли, он включается. Закрыли, выключается. Датчика уведомления нет. Запустим диктофон. Так как микрофон находится в нижней части, я сейчас вот просто включил и веду беседу. Оставляю его на столе. Проверка микрофона. И не забудьте подписаться. Это были тесты микрофона. Сохраняем запись. Записи разговоров во время совершения звонка здесь нет в настройках. Но на планшете, я думаю, это особо не нужно. Совершаем звонок. И как только вы совершаете его, автоматически включается громкая связь. Вас витает Лайсел. Система самообслуживания Милай. Звук идет и с верхнего, и с нижнего динамика. То есть, будто бы стерео. Выключить громкую связь невозможно, только если вы подключите гарнитуру. Тогда можно проводить разговоры по гарнитуре. Экран при поднесении к уху не отключается, датчика приближения здесь нет. Есть все предустановленные программы оболочки DocOS 3.0, именно 3.0 здесь, не 4.0, и обновления нет, хотя основа 13 Android. Есть FM-радио, без наушников не работает. Есть управление файлами и помощник при переносе данных. Морозилка, игровой режим и, в принципе, все. Там погода или какие-то другие сервисы. Это я уже не оговариваю. Получил, с коробки достал. Никакой рекламы, никаких лишних сервисов не установлено, кроме как Google сервисов. Запустил, установил быстрым переносом и все программы уже эффективно работают. Имеется разделение экрана. Как только вы запускаете, можно нажать на три точки. Положение какой-то программы сверху, а второй программы снизу. И при повороте картинка тоже меняется. Режим в окне программки нет. Когда используется технология подключения интернета 4G, то указан возле антенки LTE вместо 4G. Также процент заряда отображается в аккумуляторе. Ну и, конечно, есть скорость сети, которая активируется в настройках, отображается в шторке. Шторка у нас стандартного разворота. Сначала вот так вот делаем один раз. Здесь регулировка яркости. Вот таким вот способом. Это у нас минимальная яркость, а это максимальная. Достаточно яркий экран для бюджетного планшета. С разрешением 800 на 1340. Давайте посмотрим тесты Antutu и показатели самой программы в характеристиках. 222 809 баллов, Black UTAP 60 в программе Antutu Benchmark. Версия программы вы видите. Это развернутые показатели. И во время тестов температура поднялась на 4 градуса. Здесь указана плата, модель, Android. О процессоре много уже вам известно, те, кто смотрит регулярно. Бюджетный процессор. Unisoc T606, 8 ядер, с максимальной частотой разгона 1612 МГц. Плотность пикселей 230 dpi, тест мультитач поддерживает на 10 касаний. Вот видите, кстати, без перчаток, просто 10 раз прикоснулся. И что вы видите на стекле? Совершенно верно, кучу отпечатка пальцев. Удобно делать обзоры в перчатках. Это те, кто спрашивает, почему это ты в перчатках? Меньше руки рассматривайте и перчатки. Хорошо защищают от отпечатков. Все, протер, и теперь смотрим дальше. Задний модуль камеры 8 мегапикселей с разрешением 3280 на 2464. Съемка видео 30 кадров с разрешением 1920 на 1080. Никакой стабилизации в видео нет. Передний модуль камеры на 5 мегапикселей с разрешением 2592 на 1944. Максимальная съемка 720. Емкость встроенного аккумулятора 6050 мА. И на экране вы видите мои тесты, которые я проводил от 0 до 100%, зарядив данный аккумулятор. 5600, если округлить, без 0,1 ампера. А емкость встроенного 6,50. Это хорошие показатели. Саморазряд при подключенном Wi-Fi и SIM-карте за ночь примерно, ну, где-то 9%. Какие-то процессы там происходят. Если в течение суток его не трогать в режиме ожидания в этом же состоянии с Wi-Fi и SIM, то примерно 20% уходит. Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 5 Гц и 2,4 Гц. В режиме Wi-Fi роутера он работать не может. При включении раздачи точки доступа Wi-Fi отключается. А значит,
Он просто раздает именно мобильный, но Wi-Fi раздавать не может. Поддерживает все современные бэнд-стандарты мобильной сети. Вы их видите на экране. Версия Bluetooth 5.0. Из датчиков у нас акселерометр, датчик освещенности, датчик ориентации, датчик сильного движения, шагомер, детектор шага, стационарный датчик обнаружения. И еще есть датчик обнаружения движения и некалиброванный датчик акселерометра. При поднятии планшет включается. Давайте продемонстрирую. Дисплей выключен, настроен на разблокировку по лицу, сканер отпечатка нет. Посмотрите, помимо того, что он активируется при поднятии, как еще разблокируется сам планшет. Поднимаю, он меня увидел, разблокировался. Снова я его взял, увидел, разблокировался. Достаточно быстро. И система безопасности работает. Пока докачивается игра, поделюсь некоторым отзывом, для чего многие берут небольшого плана, как, например, ну вот этот планшет, устройство. Многие хотят, чтобы и в руках было удобно держать, и носить с собой было удобно, и нужен меньший планшет, чтобы просто использовать как читалку его, или как смотреть YouTube. Ну вот, как бы по всем параметрам, все сходится на вот таких вот небольших компактных устройствах. И плюс ко всему есть при необходимости свой интернет, потому что сим-карту установить. При необходимости вы даже можете совершить звонок, даже если нет гарнитуры. Ну, действительно, неплохой вариант. Поменьше, если нужен какой-то планшетик. Говорят, планшеты выходят, вымирают. Нет, это не так. Они по-прежнему в спросе. Вот какой купить, это уже другое дело. Но мы всегда смотрим на разные факторы, которые в нашей жизни складываются. Если деньги есть, то что-то покруче отыскиваем. Ну а если нужно что-то для учебы, например, именно этот планшет друзья купили дочери, поэтому будет ей подарок. И он полностью подходит. Современный, шустрый, работает. Вот по сути такой отзыв. Сейчас остался еще 1% до полной установки игры Asphalt 9, чтобы протестировать на максимальной графике. Потом протестируем звук внешних динамиков. Будем тестировать, как всегда, с помощью стереорежима, поэтому нужно будет при желании узнать полное качество, одеть именно наушники. Ну и посмотрим еще тест GPS-а. Какие-то у меня остаются к нему вопросы, может быть, потому что я только установил и нужно будет перезагрузить планшет, что сделаю, но это я сейчас проверю и потом с вами поделюсь. Напоминаю, что есть тайм-коды, если что-то нужно быстро найти, то всегда на канале, на больших обзорах детальных всегда есть тайм-коды. На распаковках тайм-коды не делаю, не вижу смысла, а вот здесь нужно что-то узнать, всегда раз-раз и нашли. Тайм-коды на YouTube, на других сервисах я не заморачиваюсь, если там где-то ролики появляются. Так, Asphalt 9 загружен, первый запуск, вместе с вами это сейчас сделаем. Убавляем музыку, микрофоны я расположил уже сбоку, вот они, здесь они находятся. В игре тоже будете слышать стерео, включаю по графике высокое качество и обратите внимание, что раз программа отображает в настройках функцию 60 кадров уже, значит процессор смело это поддерживает. Ну и конечно же это будет влиять на качество графики, значит смотрим. Перезагружаю, так как после установки высокого качества всегда просит перезагрузку, и запускаю трек. И теперь вам с самого начала покажу, как быстро загружается игра и как функционирует. Для тех, кто знаком, как эта игра работает, понимает, как она быстро будет реагировать на этом планшете. Переходим в режим карьеры. Выбираем любую какую-то дорогу. Все равно играть. Автомобиль. Играть. Ага, не разрешает. Ладно. Не те параметры авто. Быстро? Ну, как по мне, да. Поехали. Слышите, какой звук классный? Нормальная графика. Не успел.
Отлично. Теперь тест звука. Игра прошла свой тест. Хорошо прошла. Запускаем программу Zedge. Звук установлен максимальный, вы это видели. И поехали тестировать. Очень качественный звук и стерео. И громкий. Тест пройден. Звук громкий, качественный, с басом средним и высоких, и не как из кастрюли. Смотрим дальше. Перезагружаю сейчас устройство, чтобы убедиться, что проблема действительно не в том, что я первый раз установил эту программу. Перезапускаем. И после этого запускаю тест GPS-инфо. И вот теперь запускаю снова GPS-инфо и посмотрим, как в этот раз поведет себя. Потому что до этого он не находил спутники в течение... минут 5. Но это был первый запуск. Да, я был прав. Вот после перезагрузки, учтите, бывает так, что на устройствах новых первый раз устанавливаете программу для тестов, он не находит, вот категорически не мог находить. После того, как я перезагрузил планшет, программа стала работать GPS. Вот именно GPS-инфо у меня, это на других бывает устройствах так, не связывается. Ну вот в течение буквально 10 секунд он сразу же перешел в выдачу информации о спутниках GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. Все сходится с тем, что заявил сам производитель на сайте и с тем, что поддерживает. Кстати, информацию я подглядываю в характеристиках через смартфон BlackView BL8000. Смартфон, у которого два дисплея, 12 гиг оперативки, 512 встроенной. Смелейший противоударный смартфон и аккумулятор 8800. Мощь. Снимал под водой, есть обзор на канале. Громкий, классная камера. То есть реально стал и снимать и на Poco X5 Pro. Я его ценю по камере. И я начал ценить и в смартфоне противоударном камеру. Наконец-то сделали хорошую камеру. Итог я свой говорил. Теперь осталось вам посмотреть на камеру. Камера здесь... быстро, работает, шустренько, фокусируется. Меню стандартное, есть видео, есть фото. И тестовые фото и видео вы сейчас сможете в окончании посмотреть. Я же с вами прощаюсь. Вы, конечно же, если вам не жалко, поставьте лайк. А если не подписаны, обязательно просто вы должны это сделать, чтобы не пропустить следующее видео на детальные обзоры похожих гаджетов. Любых. До встречи. А сейчас фото и видео. Пока. Первое тестовое видео. Съемка Full HD 1080 30 кадров. Проверяем автофокус. Подстроился. Теперь перенастраивается. Передний модуль камеры. Это 720 уже. Звук вы тоже качественно слышите. Думаю, что звук моно все-таки. Но если что-то будет не так, я вам сообщу. Тест передней камеры. Я на улице практически в полной темноте. Прохожу возле окна. Сейчас иду дальше. Выхожу. Но шума, конечно, кучу. Чем ближе к свету, тем лучше показывает картинку. Теперь задний модуль. Ночные огни. И вот полная темнота вдаль. Если время посмотреть,
все подстраивается. Ну и теперь несколько снимков.